Думаешь, бизнес – это не для тебя? Слишком сложно? Скажи «стоп» своим сомнениям. Пора действовать. Как открыть собственное дело? Где получить информацию и финансовую поддержку? Практические советы в различных сферах бизнеса. Наши герои добились успеха с нуля, а значит и тебе это под силу. Составь свой бизнес-план вместе с нашей программой. Здравствуйте, друзья! Сегодня программа «Бизнес-план» отправляется в одно очень интересное место – мастерскую деревянного декора в деревне Старая Белица Гомельского района. О творчестве и вдохновении, о необычных заказах и конкуренции, о роли позитивного мышления, а также о том, что необходимо знать начинающим ремесленникам, поговорим сегодня с Виктором и Кристиной Емельяновыми. Я Кристина Емельянова. У нас с мужем семейная мастерская, где мы занимаемся изготовлением изделий из дерева для декора дома. Все началось с нас. У нас была свадьба, и на просторах интернета я увидела модную такую тенденцию: буквы, фамилии, даты, вот эти инициалы для свадебного декора. И предложила мужу сделать для себя. И вот в сентябре 2013 года у нас была свадьба. Мы сделали фамилии, у нас было очень много табличек разных. В общем, все, что могли сделать своими руками, то, что я видела, то, что мне нравилось, мы это все сделали. И начали друзья просить повторить. Кому-то рамочку, кому-то подставочку, кому-то что-то еще. И потом это как-то переросло в такое в хобби, а хобби уже вылилось вот в нашу мастерскую. Мы оформились официально и начали показывать свои работы в интернете. Заказы пошли очень быстро. И первым нашим заказом, как ни странно, был свадебный заказ. Я до сих пор его помню. Нам написала девушка. Она заказала фамилию и дату в фиолетовом цвете. Я помню, как мы это все делали впервые, как красили, как волновались, как проверяли вообще каждый сантиметр этих надписей. В итоге все было хорошо, посылка доехала, и девушка нам тогда прислала фотографии, оставила отзыв, и для нас это было вот большим вдохновением идти дальше, то есть заниматься этим. Находимся в мастерской, которая была переоборудована из старого жилого дома. Процесс ремонта происходил на протяжении, наверное, месяцев четырех. Очень сложно меня было в это втянуть. Я сопротивлялся как мог, но тем не менее я здесь. На сегодняшний день уже я не представляю, как я мог раньше заниматься чем-то другим. Супруга у меня, поскольку она у меня художник-дизайнер, она разрабатывает макет. Он, конечно, предварительно берет заказы, то есть она ведет социальные сети. Она работает с клиентом непосредственно, разрабатывает макеты, эскизы, сбрасывает на согласование и участвует в покраске, участвует в росписи вручной. А на мне непосредственно закупка материала, грубые работы, шлифовки, резка, пилы, дрели, то есть вот это вот все, это все мое. И непосредственно доставка потом готовых изделий, отправка готовых изделий тоже, соответственно, это я. Изначально мы делали то, что нам нравилось, да, то есть то, что мы находили, то, что хотели попробовать сделать. То есть это было как на уровне интереса, а получится, не получится, сможем или нет. Или хотелось изучить какую-то новую технику, попробовать себя в этом. А потом, да, когда уже были официальные заказы и к нам приходили клиенты, то по большей части это, конечно, поступала инициатива от них. То есть они приходили к нам со своими идеями. И вот так вот наш ассортимент расширялся. То есть кто-то приходил с просьбой сделать ключницу, кто-то хотел вешалку, кто-то хотел копилку. Допустим, мы делали копилку, о, интересно, о, получилось. Ага, так это же еще можно сделать в таком ключе, или там можно добавить вот такой вот завиточек, или сделать другой формы. И уже тогда у нас, например, пополнялся ряд копилок. Мы уже делали в наличии, потому что хотели попробовать воплотить это. И так абсолютно совсем. То есть, если человек приходил с подносом, то мы делали поднос, например, в таком в одной цветовой гамме, а уже дальше было интересно попробовать его в технике броширования, там, или состарить, там, или смешивание нескольких цветов, там, ручки поменять, сделать их кованными. То есть мы такие дружелюбные соседи или, может быть, даже домовенки, к которым можно прийти со своей идеей, вдохновением, и мы очень сильно постараемся это воплотить. Мы используем много инструментов из тех, которые продаются в строительных магазинах. Дрели,
шуруповерты, шлифмашинка, без нее очень сложно руками вышкуривать изделия. Пила циркулярная, опять-таки, нужна для того, чтобы вот элементарно подносы нарезать, ну, как бы ножовкой это сделать аккуратно и быстро сложно. Для инструментов нужны сверла, нужны щетки, нужны биты для закручивания саморезов и так далее. Нельзя держать в мастерской весь набор метизов, нельзя держать в мастерской весь набор красок, инструментов. И уже исходя из того, что садишься, смотришь на заказ, который новый, к примеру, да, и из этого уже начинаешь. Так, нужно столько-то таких-то саморезов. Записал. Нужно там наждачку докупить, нужно краску докупить. То есть смотрится по остаткам. И, соответственно, путешествие из нашей глубинки в Гомель. Вот, там по нескольким магазинам идет закупка. Необычный заказ, да, буквально каждый, потому что каждый заказ, он индивидуален. Кто-то просит сделать с блесточками. Мы там не работаем с блесточками, приходится начинать с ними работать. Мы изучаем эту технику, это интересно, в это погружаешься. Кто-то просит попробовать новый материал, например, там, фоамиран. Мы до этого года даже не знали, что это такое, но вот уже работаем с ним и применяем уже не в одном изделии, а в нескольких. Кто-то просит сделать декупаж. Декупажем я никогда не занималась. Пришлось тоже эту технику изучить и начать ее делать. Поэтому каждый заказ, он вроде бы сложный, но если попробовать, то сложного ничего нет. Главное просто делать. Глаза боятся, руки делают. Все воплотимо. Каждое изделие запоминается, каждое изделие индивидуально. Очень нравится, когда люди приходят со своими идеями. Очень нравится делать что-то новое, даже когда это порой работаешь в минус, но все равно это опыт. А это уже как бы не минус, да? То есть ты получаешь опыт, ты получаешь навык, ты пробуешь что-то новое, а тем более, когда это хоть как-то окупается, это вдвойне приятно. Как признаются наши герои, основная реклама для них – сарафанное радио. А вот на втором месте – странички в социальных сетях. О том, как продвигать свой продукт в Инстаграме, мы говорили в одном из наших прошлых выпусков. Сегодня же речь пойдет о соцсети ВКонтакте. Смотрим рубрику «Бизнес-блокнот». Прежде чем я расскажу вам о важных советах продвижения в социальных сетях, хочу напомнить вам, что в СММ не существует волшебной таблетки. Все результаты достигаются с помощью систематического использования базовых инструментов. К тому же важно искать другие источники трафика, такие как SEO-продвижение, контекстная реклама и PR. Топ-5 советов по продвижению в социальной сети ВКонтакте. Совет номер один. Создавайте уникальный и оригинальный контент, а также вовлекайте ваших подписчиков в активное обсуждение. Это поможет вам получить Прометей. Прометей – это уникальный алгоритм ВКонтакте, который выдается пользователям, которые создают уникальный контент. Совет номер два. Не используйте хэштеги ВКонтакте. Увы, это не та социальная сеть, в которой можно с помощью них продвигаться. К тому же, если вы используете более 10 в одном посте, то ни по одному из них пост в ленте не покажется. Совет номер три. Геймификация – наше все. Вовлекайте ваших подписчиков в общение с вашим брендом с помощью интерактивных видео, игр и викторин. Особенно активно используйте опросы, ведь с помощью них вы можете узнать истинные потребности вашей аудитории. К примеру, вы можете узнать, почему они покупают или, наоборот, не покупают ваш товар или услугу. Совет номер четыре. Для того, чтобы использовать таргетированную рекламу более эффективно, очень тщательно собирайте аудиторию. Сделать это можно с помощью специальных программ-парсеров. Они позволят вам очистить аудиторию от ботов, а также найти их пересечения. К тому же это отличный способ для того, чтобы не слить рекламные бюджеты. Совет номер пять. Обязательно используйте в каждом вашем посте call to action, призыв к действию. Желательно, чтобы он был в единственном числе, потому что если вы предоставите вашей аудитории несколько вариантов на выбор, то большая вероятность, что она не совершит ни одного. Я редко, конечно, делюсь отзывами. Это все потому, что то, что мне присылают, оно настолько глубокое. Такие слова, такие фотографии. Я даже не знаю, как этим делиться. Когда тебе присылают младенца с изделием,
просто слезы на глаза наворачиваются. Когда присылают семейные ужины, там, главе семьи, которому 65-80 лет, дарят твою огромную рамочку, и когда семья там из 30 человек, и вот такой вот отзыв до добрейших слов. Отзывов много, отклик очень большой, и, конечно, мастерам это дает сил идти дальше. Прежде чем изделие попадет в руки, на самом деле мы проходим через очень многое. Это срывы поставок материала, не всегда есть качественная фанера, за нее приходится побороться. Не всегда есть нужная фурнитура в наличии, ее порой попробуй иди, найди. Многое заказывается из-за границы, или с Минска, или вообще из других городов, у других мастеров. Есть срочные заказы, которые нужно там быстренько сделать, и ты идешь к соседнему мастеру, просишь помочь. Поэтому обратная связь, она очень важна, это безусловно. И очень приятно, когда люди шлют тебе эти весточки, и это дает сил. С конкурентами бороться не нужно, их даже не нужно бояться, их нужно, наоборот, любить, потому что конкуренты – это двигатель прогресса. Именно они дают вот этот вот запал быть лучше, стремиться к чему-то новому, что-то как-то себя с другой стороны показать, улучшить продукцию. Конкуренция заставляет тебя делать что-то лучше, заставляет тебя работать над ошибками. То есть не просто, что сделал кое-как криво-косо сколотил, отдал, а клиент, а что, все равно придет, больше других, кроме меня, нет. Нет, есть, если сделаешь качественно не ты, то сделает качественно кто-то другой. И тебя заставляет вот это вот, тебя заставляет расти, тебя заставляет развиваться и делать лучше. Во-первых, свое помещение. Никогда не стоит заниматься этим на балконе. Никогда, потому что многие мастера-ремесленники, они начинают именно с балконов, это ни для кого не секрет. Но нет, всегда должна быть личная жизнь, всегда должен быть отдых, всегда должно быть съемное помещение. Это первое. Второе. Всегда здраво оценивать свои силы, ценить свой труд. Не в том плане, что завышать на него цену, а просто здраво относиться к этому, потому что очень много мастеров, которые работают на официальной работе и занимаются своим делом в свободное время. То есть это как хобби. И они просто считают материал и все на этом. Нет, стоимость рассчитывается совершенно по-другому. Об этом можно почитать в интернете, на любом форуме вам распишут, что есть такое понятие, как себестоимость, стоимость материалов. Не забывайте включать трудочасы, работу и, конечно же, свою прибыль. Третье – это любить свое дело. Без любви вообще ничего не может быть. Все начинается именно с нее. Любить, вкладывать туда все свои души, вдохновение, и тогда только получится качественный продукт. И четвертое – это относиться позитивно ко всему. Проблемы будут всегда, очень много проблем, неимоверное количество. Но всегда не опускать руки, идти только вперед, верить в свои силы. Ты должен быть доволен своим изделием. Если ты сделал то, что тебе не нравится, ну как это может понравиться кому-то другому? Мы следим за собой, мы следим друг за другом, мы следим за качеством. Мы не жалеем, что мы в этой сфере. Нам нравится приходить на работу, а тем более в свою мастерскую. Ты приходишь и не как на каторгу, что сейчас меня тут будут заставлять что-то делать. Нет! Ты просто сам хочешь сюда прийти, сам хочешь начать скорее что-то делать. Даже когда выходной день хочешь себе устроить, то все равно руки начинают чесаться. Так, сейчас я сделаю вот это вот. И раз все равно у меня выходной, и мы поедем там в город погулять, то заодно отправим посылки. Очень много чего хотим сделать. Сейчас мы в процессе ремонта. Сделано только одно помещение из двух. В дальнейшем мы бы хотели, чтобы наша мастерская представляла из себя какой-то уголочек ремесленников из деревушки. Мы хотим сделать огромный сад, чтобы когда к нам приезжали люди и открывались наши ворота, они попадали словно в сказку, в другой мир, в другое пространство. И чтобы они заходили в нашу мастерскую, окунались в эту атмосферу дерева, теплоты вот этой вот, которую она дает. В дальнейшем мы бы очень сильно хотели двигаться в этом направлении. Несмотря на название нашей программы, сегодняшняя история была не только о том, как хобби стало источником семейного дохода. Она еще была и о любви, в самом широком смысле этого слова. О любви супругов, о любви к выбранному делу и о любви к жизни. Такова формула успеха от Виктора и Кристины Емельяновых. Это была программа «Бизнес-план». До встречи в следующих выпусках.